Так, ребята, всем привет! С вами Ярославна Громакина. И сегодняшняя тема у нас – это секретные способы раскрутки видео. Итак, поехали. Как мы будем раскручивать наши видео? Эти способы подходят для тех, кто не боится внезапно потерять свой канал, но хочет очень быстро получить большое количество просмотров для видео, чтобы они стали топовыми. Вы находите какую-нибудь картинку провокационную, например, ищем девушку в нижнем белье. Возьмем любую картинку, ну, например, вот эту. Скачиваете картинку. Открывайте тот фоторедактор, в котором вы привыкли работать. У меня это Canva. Так, я беру какой-нибудь дизайн, ну, например, вот этот, который у меня используется на YouTube. Делаем загрузки, добавляем собственное изображение. Здесь мы поменяем название. Поменяем, что написано. Напишем так, например. Смотрите, что творит эта чертовка. Так, название, конечно, наши дети мы уберем, потому что оно не провокационное, да? Нам нужно привлечь очень сильно внимание. Да? Хорошо. Тогда лучше еще вот так напишем. Сюда мы вставим вот эту барышню. Например, вот так, да? А, скачать. Так, JPEG. Хорошо. Так, теперь это фото. Мы добавим на любое наше видео нормальное. Заходим на YouTube. В творческую студию. Так. Ну вот смотрите, вот здесь у меня, например, нет обложки, да? Или где еще? Ну да, давайте вот сюда, например. Заходим и делаем свой значок. Свой значок мы ставим вот этот. Это мы еще не такую прям провокационную сделали. Иногда я видела, делают вообще очень откровенные фото. Чтоб посмотреть, что творит эта чертовка. Сохранить. Анонс, да? А видео останется у нас все тоже. Ну что творит? Я тоже здесь что-то творю. Хорошо. Еще раз заходим. Смотрим. Вот так стало. Что мы делаем? Мы открываем наше видео. Копируем, как обычно. И ВКонтакте заходим на какие-нибудь группы, скажем так, взрослой тематики. Например, «Город грехов». Заходим сюда. Бла-бла-бла. И вставляем, например, вставляем ссылку на это видео. Ссылку убираем. И отправляем. Заходите обратно в свою творческую студию. Находите видео, делаете изменить. И вставляете обратно свою фотографию.
хотите. Ну, или свою заставку, да? Все. Не успел сохраниться. Так, вот. Сюда даже, вот смотрите, мы изменили видео. Опять заставка стала моя. Но здесь, сейчас обновим страницу. Здесь заставка будет оставаться та же самая. Как делают обычно в таких ситуациях? Меняют заставки постоянно. Либо можете оставить вот эту и пройтись по группам, например, каких-нибудь взрослых тематик. Прошлись типа города грехов, там козлы и курицы бывают в некоторых городах, называется еще какие-нибудь темы для взрослых. Накидали в сообщение, да, делайте это быстро, потом заходите, снова меняете на свою заставку. А везде, где вы понавставляли это видео, оно будет оставаться именно вот с такой обложкой. Люди читают, взрослая тематика, смотрят, щелкают, у вас растут просмотры. Единственное, что они, конечно, потом могут пожаловаться, что картинка там не соответствует у вас, да, заявлено. А хотя почему не соответствует, что интересную тему читаю. Ну, правда, не в купальнике и не в нижнем белье. Вот. Есть, конечно, более облегченные варианты, когда вы можете поставить свою фотографию. Например, вы рассказываете про какой-то крем, делаете обзор продукции, которую вы продвигаете, а на обложке, например, напишите: ваша кожа и в 50 будет оставаться такой же, а на, в качестве картинки поставите какую-то молодую девушку. То есть прочитает: ничего себе, и что, неужели уже 50, а она до сих пор выглядит так, ну-ка, надо посмотреть. Вот. Такие способы, они, конечно, немножко, не немножко, а очень сильно построены на обмане, но они позволяют очень быстро увеличить количество просмотров. Я вообще им никогда не пользовалась, только ради вас сделала, хотя некоторые ими пользуются постоянно. Это позволяет очень сильно увеличить количество просмотров. Но я также знаю, что те, которые пользуются такими способами постоянно, из-за того, что постоянно обманывают своих, не знаю, зрителей, подписчиков, на канал начинают жаловаться и канал банят. Но если вы хотите просто попробовать, посмотреть, какой эффект за одно видео, я думаю, ничего с вами не случится, ничего с каналом не будет. Вот такие секретные способы.